Привет, друзья, с вами Алексей Венгерский. Сегодня, в общем, 18 августа 2014 года. Я, значит, в очередной раз получил посылку из китайского магазина AliExpress. Я на этот раз сегодня не решил в той неделе не заказывать и заказал в Алиэкспрессе. Такой тоже неплохой магазин. В общем, там цены такие приемлемые. Все стоит очень так гораздо дешевле, чем в магазинах. Намного дешевле. И, в общем, я заказал колечко такое, наподобие золотого. Оно, в общем, ну, такое женское кольцо в подарок, в общем, я заказал. В общем, смотрите, в общем, как оно выглядит, это кольцо. Вот оно. Вот оно такое. Оно, в общем, там и блестит. В общем, очень так, это такой аксессуарчик, такой женский. В общем, для девушки там, то есть подарок там ей, как бы, хватит, в общем, поносить. В общем, наверху камушки такие, наподобие каких-то вот камней это, сваровских. Прям вообще, то есть, и на солнце вот так вот взять, вот там на свету, блестит прям вообще, великолепно просто. Просто вот загляденье, загляденье. Давайте вот посмотрим, вот, вот я одел на палец, вот. Вот так оно выглядит. То есть просто китайцы в очередной раз просто поражают. Поражают. Но здесь, конечно, пробы-то нету. Потому что изделие не золотое, но оно сделано под золото. И что самое интересное, стоимость этого изделия тоже меня очень сильно порадовала. Цена, в общем, составляет 86 рублей всего лишь на все. Всего лишь на всего 86 рублей. Вы, друзья, не ослышались. Это просто... Это великолепно. То есть, великолепная цена. Цена великолепная. И, соответственно, изделие очень такое красивое. То есть, стоит... В общем, выглядит очень дорого. Очень дорого. И не скажешь, что стоит это, например, изделие 86 рублей. Совершенно не скажешь. То есть, просто вообще просто... Просто я в шоке, просто в шоке в очередной раз, что изделие такое достаточно такое хорошее, хорошее качество. Всем рекомендую заказывать в интернет-магазине AliExpress или Tiny Daily. То есть там вы можете сэкономить. Вот. И в принципе вещи-то вообще неплохие, совершенно неплохие вещи. Там очень много, большой ассортимент товара. Миллионы товара разного. Так что вот, друзья, заказывайте. На этом все. До новых встреч. С вами был Алексей Венгерский. Подписывайтесь на мой канал. Удачных покупок. Всего самого хорошего. Все, пока. До новых встреч, друзья.